стартовал прием заявок на участие в международном митап-волонтеров «Дух Заполярья». Встреча направлена на выявление лидеров добровольческого движения, поддержку и реализацию инициатив, повышение навыков и компетенций участников. Это не развлекательная поездка, это мощнейшая образовательная программа с опытными экспертами, требующая максимального включения в процесс. О том, что ждет в этом году участников, смотрите в следующем сюжете. Несмотря на то, что проект реализуется с 2018 года, он успел найти свою аудиторию и даже постоянных участников. В этом году он вновь будет реализован на острове в реке Собь, вблизи горного массива Рай-Ис, и пройдет в две смены. Первая – социальный хакатон проектов – пройдет в период с 3 по 7 августа 2020 года по 5 направлениям. Социология Арктики, урбанистика северных городов, экология и биосфера Арктики, развитие творческого потенциала региона и медиапроекты. Вторая смена направлена на формирование регионального волонтерского корпуса и соберет представителей добровольческого движения региона и России. И те участники, которые наиболее ярко себя проявили в рамках Духа Заполярья, будут приглашены для участия уже в составе регионального волонтерского корпуса в организации крупных мероприятий регионального уровня. Ежегодно «Дух Заполярья» представляет собой синтез развлечения, образования и созидания, позволяющий каждому участнику не только открыть для себя Арктику и пути гармоничного пребывания и взаимодействия с этой территорией, но и максимально по-новому раскрыть себя, свои способности и внутренний потенциал. В прошлом году данное мероприятие посетила жительница Ярселя Ольга Худь. По ее рассказу можно понять, что оно оставило не только море положительных впечатлений. Кроме этого, Ольга получила немало полезного опыта, приняла участие в большом количестве тренингов и спортивных мероприятий и познакомилась с огромным количеством интересных людей. Это мероприятие запомнилось своей теплотой, душевностью. Все, кто приехал с разных уголков России, все подружились, и мы общаемся до сих пор в социальных сетях. И даже ездим друг к другу в гости. К участию в проекте приглашаются граждане регионов Российской Федерации, представители актива межрегиональных, всероссийских и международных молодежных общественных организаций, неформальных сообществ и молодых людей, занимающих активную социальную позицию в возрасте от 18 лет. Регистрация желающих принять участие в проекте осуществляется на сайте myrosmol.ru в срок по 20 июня 2020 года.